В Апатитах прошли соревнования по альпинизму. На скалодроме Дворца спорта «Атлет» встретились любители экстрима из Мурманска, Оленегорска, Кировска и Апатитов. Цель покорителей вершин – проверить свои силы, получить спортивный разряд и одержать победу. На скалодроме Дворца спорта «Атлет» – мужчины и юниоры. В женскую номинацию заявилась только одна апатитчанка – Наталья Ефремова. Участников немного, но это те, кто по-настоящему влюблен в альпинизм. К примеру, организатор соревнований – председатель Мурманской федерации альпинизма Иван Щербин. Более 10 лет совершает восхождение в Хибинах, преодолевает участки по замшелым мокрым скалам, где мало точек для страховки. Рельеф во Дворце спорта «Атлет» имитирует горные условия. Спортсмены проверяют свои силы в разных техниках. Драйтулинг, там организация спуска с продергиванием, там шумаринг с грузом, прохождение П-образных перилов. Альпинисты привезли с собой целый арсенал снаряжения. Кировчанин из команды «Ежи» и «Петручу» Кирилл Смирнов показывает оборудование. Это называется «Кроль», это устройство для подъема. Это спусковое устройство, называется «Риг». Ну, это тоже устройство для подъема, называется «Жумар». В принципе, а так их целый мешок. Всякого разного железа. Все, да, у нас все нет времени. Кирилл и его напарник Виктор Потапов участвуют в категории «Подъем с грузом». Снаряд весит от 10 до 70 килограммов. Поднять его нужно на высоту до 6 метров. Ребятам это несложно, хотя на соревнованиях впервые. Оба работают промышленными альпинистами. Следом стартуют мурманчане из команды «Ибрис» Алексей и Евгений. Ребята были на Кавказе, узнали, что такое горная болезнь. Однако хибины могут быть гораздо опаснее. Хибины сложнее, чем на Кавказе, чего? Мне кажется. Чего? Ну, здесь технически больше, ну, больше техники вот такого лазания, где нужно со всяким вот таким барахлом лезть. А на Кавказе больше так, больше пешком идешь. Без специальной подготовки на крутые гладкие склоны хибин лучше не всходить. Но те, кто не может жить без высоты и ветра, доказывают свои умения на соревнованиях. Участники преодолели 9 трасс. В итоге третье место у команды неопытное. Серебро завоевали Кирилл и Виктор. Победа досталась мурманчанам Евгению Ковалеву и Алексею Федоришину.